Всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами, как всегда, Нина и Владимир. У нас сегодня пиратская обжираловка и вечеринка. А вот, короче, приготовила вкусную гречку. Да, с гуляшом. Гуляш и гречка, они созданы друг друга. Да, сегодня мы еще решили бахнуть. Давай, Вова. За все хорошее. За все хорошее, чтобы с нами было. И ничего нам за это не было. Так что давай. Давай, за нас, за вас и за спецназ. Давай. Так. Мы, как говорится, начинаем. Давай, сделаем заставку. Бухаем. Хорошо. Хорошо пошло. Вон, про арбузы рассказывают. У нас, понимаешь ли, в этом году много вкусных арбузов. Вот. Типа жара. Не знаю, как жара. У нас вообще жары нету. К сожалению. У нас, можно сказать, холод. Не знаю, я все лето проходила в теплых костюмах, по сути. У них арбузы, у нас грибы. На следующую неделю поедем с грибами. Теперь уже точно. Вот. Пока грибы есть, надо их насобирать. Понимаешь, да? Чтобы было все вкусно и приятно. Правильно, правильно. Вот так вот. Как вкусно. Гречка, кстати, вообще обалденно проварилась. Это дешевенько, с парочкой я взяла. Нормальная гречка. Вот один пакетик сварила. И вот достаточно. Мне его, у него порция побольше, у меня чуть поменьше. Какие красивые помидоры. Это вот сегодня, которую взяла. Желтенькая. Чуть неохота салата есть. Хочешь прям так прикуску. Мы сейчас, как говорится, начинаем, а потом пойдем продолжим. Ну, ребята, за вас, за нас и за спецназ. Сил нам, здоровья и терпения. Как говорится, дорогу осилит идущий. Правильно? Правильно. Так что все у нас будет, и ничего нам за это не будет. Все как в ручке. Женщина же больно сегодня их расписывала. Ой, только-только сняла. Ну, кстати, вот я брала. Эти, знаете, значит, как белая такая. Как, не знаю, то ли дымка или что-то такое. Ну, как налет такой небольшой беленький был. Такие обычно как раз вот из теплички. Но у тебя от бабушки, кстати, вкуснее, мне кажется, да? А лучше все. Арбуз рекордсмен. Я тебе вопрос задала. Да-да-да. Про что спросил-то вообще? Бабушки вкуснее, говорит, или нет? Бабушки все вкуснее. Хотеть тоже не пойти. Что, думаешь, я глухой, да? Ну, иногда себя ведешь так, да. Он просто не реагирует на меня вообще никак. Я все слышу. Я все понимаю. Ну, ничего сказать не могу, да? Как собака. Мне очень нравится, как растут они. У них листики такие прикольные. У арбузов. Не знаю, что-то сейчас хотела, говорит, купить спарри. Какие-то они страшные. Не пары. А, это в Питере, ни хера себе. Да. Это что, не знаю? Обалдеть. Как там они не падают? У них. Русалка. Нам каждый год. На ветвях сидит. Костюмированный заплыв на, блин, доску. Для блин серфинга. Типа. Русалка на ветвях сидит. Кто во что гораздо. Это просто так. Для них. Ну да, да. В том году то же самое было. Там оценивают не кто первый пришел, а костюм. Костюм? Да. Ну там смурфики видел. Да, да, да. Русалка. Там в том году это классно было. В этом что-то как
тухленько. Не очень. Вам будет против, как мы смотрели. Так, а где еще за фильм? Ты полистай там вчерашние фильмы, которые были. Брокер Артем и менеджер Дарья. Это мы смотрели, да? В дню ВДВ. Ой, не хочу я. Где-то день ВДВ. Просто не хочу. Ну, нормальный фильм просто смотреть. Еще у нас это, досмотреть сериал. И набухаться. Нажраться и набухаться. Чего он включается? Я как-то есть и не особо хочется. У меня организм это пытается оставить ресурсы для основной пищи. Даже в Африке знают про день ВДВ. Да? Угу. Вот видишь. Там прям ролик на Бимбирайт. Там. Он нам сейчас вот так. Знакомый, короче, пишет. Ютуб-то не работает. Как так-то? А у вас тоже не работает, да? Нет, у нас все работает. Знаете, вот сейчас ролик грузила. Поставила ролик. Где-то примерно 5 гигов. Мне показывают. Загрузка 2 минуты. Так что насчет вот загрузки у меня вообще проблем нет. С просмотром, да, у некоторых есть проблемы, да? И у меня у самой тоже есть проблемы. Но вот загрузка, вообще, летает, как летал, так летает. То есть я говорю, на меня замедление YouTube вообще никак не повлияло. Вот. Да и опять же, и платят мне с иностранных, у которых нет проблем. Так что, ребяточки, можете не злорадствовать. А как выкладывал, так и буду выкладывать. Просто, говорю, вот, я людям сказала, что вот если проблемы с просмотром, вот там-то, там-то можно посмотреть. Он у меня накидывается, ой, где я работаю, господи. Вот, кстати, кого не посмотрела, всех отправляют в одно и то же место. Как будто других мест нет. Да вообще, создается ощущение, что некоторые люди отправляют там на завод, Пятерочку кассиром. Для них это какие-то как ниши, какие-то, знаете, такие работы. Каст. Да. Людей, да? Как да. Будто там не люди работают. Да. Слушайте, вам 10 лет почти не зовут по работу. И чё? Нормально всё. Вы чё, думаете, что он боится вернуться на завод? Да нифига. Если надо, пойдёт. Его возьмут. Как очень ответственного человека. Так что, не надо тут злорадствовать. Бро, жизнь заставит ещё не так раскорячиться. Вот, ну, слава богу, пока всё нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Выпьем же за то, чтобы все наши начинания и все, короче, чтобы все было хорошо и замечательно. Ну так, давай. Пью за свои начинания. Слушай, а можно я тебе немножко подложу, а? Нет. Тут у меня вообще не лезет. У меня все лело. Ну, а если рада. Давай. Ого! У нас моя тарелочка просто даёшь. Я тебя аккуратненько, смотри. Чего ты мне аккуратненько? Мне худеть надо. Ты сам мне сказал, что мне худеть надо. Да. Так что давай, помогай, чтобы жена не обжиралась. Вот так навалил вот. Себе да. От жадности. О, один пакетик, я просто его поделила так. Да. Да. Себе больше? Конечно. Ой. Газики отпил. Че не ешь? А потому что вот эти... Чего там? Чего не ешь? А вот сейчас буду.
с чесночком. Вот это, кстати, свеженькую взяли. В прошлый раз какая-то она была очень такая плохо, скажем так, распаренная. А в этот раз прям вкусная, хорошая. Чесночка не пожалели. Хорошо попали, да? На, дедай. Я даже не знаю, кто еще пользуется этим. Чем? Купером. Я говорю, мне нравится Google Chrome. Как ни крути. Я на телефоне пользуюсь. На компьютере. И на некоторые пользуются. Я тебе больше скажу. Некоторые эксплорером пользуются, понимаешь? Интернет-эксплорер. И браузер такой. Лицо. Что это за старье такое? Вот. Некоторые пользуются. Ну, кому чего удобно? Не, у меня на телефоне основной это браузер. У меня Алиса стоит. Алиса? Она там от мошенников, которые звонят, защищает. У меня сегодня важный звонок был. Я как блокирую, он мне там пишет. Не могу до вас звониться. Да, сори. Извините, вас определяют как мошенников, да? Да. Блокирую всех. Сегодня, скажешь, из Москвы звонили, там что-то это. А сейчас еще, знаете, как интересно? Сейчас ты этот номер вбиваешь, он сразу показывает, откуда звонок. Область, регион. Яндекс мне нравится. Ты будешь что? Нет, да. А вот, и короче, это сразу раз и показала. Я такая, смотрю, так не наши. Угу. Когда звонили, чего? Там определяют как. Да? Не, у меня по-другому. Как надо. Ой, старая, фу, что-то я объелась. Знаете, вот газики. Это да. Это оставлял заявку на сайте по поводу запчастей. И чё? Ну, мне звонили, и там определяется сразу. Да? Это фирма. И что, тебе где-то целая песня? Нет. Нет? Нет, просто Алиса определяет ее, ну, пропускает звонок. То есть они официально как бы где-то в каком-то этом зарегистрированы как вот именно та. Это фирма КАИ. Дидай. Ой, хорошо. Пойду сейчас смотреть. А иногда часы, пишет да. Просто. Нам, короче, это часы, видишь, это не алло. Ничего. Ну, просто время уже как бы немножечко. На 3 часа больше. Батарейка. Они, дать, стояли какое-то время. А сейчас вроде как пошли. Батареечка. Угу. Все, он откроется. Поставь там. Это ж... Кстати, у нас, знаешь, что я хочу сказать? Самый долговирающий будильник у нас вот тот, который в комнате, который еще этот... Икеевский. Измеряет температуру. Он, прикинь, еще до сих пор работает, и время нормально показывает. Хотя он там уже несколько лет у нас стоит, просто так без дела. А он же это, он же считать-то считает, но он же в фоновом режиме. А это механический как бы въезд. То есть он постоянно, да, живет? Да. Ну, короче, батарейку помни. Ну, я даже не знаю. А ты уж попытайся. Осталось ли там что-то? Там же пильчиковое. Пильчиковое. Я тебе старалась пильчиковое. Взяли? Убирала.
Хорошо. Хорошо сидим. Хорошо. Пьем. Короче, жизнь прекрасна. Ай, а завтра в новый бой. Знаете, мне кажется, периодически вот нужны вот такие читмилы. Просто вот так вот, что вот ты себе, блин, позволяешь все, что ты до этого не позволял. Все. Вот, я говорю, для меня вот этой голубой мечтой была вот эта пачка чипсов и пиво вкусное. Прям голубой мечтой была. Сколько, я 3 месяца уже почти не это. 3 месяца чипсы не ел. Вот. Я вот сегодня съем вот немножко, полпачки. Потому что полпачки это сожрет. Я буду счастлива. Я еще 3 месяца не буду ее есть. Хотела вроде KFC, а сейчас что-то не хочу. Но вот чипсы, это, знаете, как вот... Это вот мой криптонит. Знаю, что вредно, знаю, что... Вот я сейчас на них смотрю, у меня так... Ты не супермен, явно. Да. Я супервумен. Иногда нужно расслабляться. Потому что если мы не расслабляемся, если постоянно вот так, да, то срыв будет и либо моральный какой-то, либо физический. Вот. Ну, главное, конечно, чтобы этот срыв не зашел в долгий процесс. Вот, и все было хорошо. Тогда все будет замечательно, да? Вот так вот. Так что, всех любим, всех целуем. Пошли мы. Как говорится, бахнем. Но пасаран. Но пасаран, да. Всем хорошего настроения. Не болейте, не скучайте. Периодически давайте себе слабину. И мы увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.